Всем привет, друзья, с вами 1-2-кхаус, мы играем в Freddy TD, это чем-то похоже на Mafu TD, в общем-то, эту карту мы нашли раньше, чем Mafu TD, и почему-то ее не прошли. Но очень сложно ее проходить, потому что если хоть кто-то зафейлит, то да, получается совсем жесть. То есть здесь, в отличие от Mafu, нету какого-то общего прохода, который ты, в принципе, при высоченном скилле можешь контролировать. Готово. И еще здесь очень ограниченное количество башен. Да и вообще довольно сложно клейту, то есть если вначале нету сложных волн, как в Mafu, мне вот Mafu, конечно, очень нравится тем, что вначале тебя сразу же жесть, то есть там четвертая, что ли, волна, да, четвертая волна уже прям, ну, совсем хардкор, уже с боссами там, с жиром всяким, конечно, это клево, потому что, ну, все-таки в ТДшке обычно играют более-менее опытные люди, и им не надо там 10 минут, чтобы подготовиться, вот, но здесь в лейте все жестко, то есть, если в Мафии, например, там, каждая там четвертая, каждая там пятая, каждая шестая волна жесткая, то здесь жесть практически все время. Так, наверное, здесь даже не буду замедляющую башню строить. А вот здесь построю фрустовую эту самую. Ну, то есть, прям хардкорчик. Чем дальше, тем сложнее и сложнее постоянно. Я буду играть один для того, чтобы не дублировать никого. Ну, потому что реально очень сложно людям помогать. Вот я, например, построил 5 баш-таврок, больше я их построить не могу. Такой вот лимит. Я не буду читерить. Единственное, обычно, когда вот здесь играешь вдвоем, вот этот вот чувак убивает двух боссов. И я типа вот здесь вот сидит игрок, от него типа вышел бы босс, там первый, второй, я себе это дерево дам. Вот. Ну, то есть, как будто мы скинулись. Я мог бы позвать, конечно, человека на это место, чтобы он просто мне скинул это дерево, а потом там когда-нибудь плохо будет ливанул. Но мне жалко человека, ну, то есть, проще самому это дерево написать Grid is Good 2, а потом Grid is Good 4, потому что 4 дерева дается за второго босса. И так, ну, так проще, всем приятней. В чем вообще фишка таких ТДшек, если вы вдруг никогда не смотрели никакие видео по Мафе, то здесь есть таверки, которые за выстрел дают вам голд. Я их буду строить вот здесь вот, и это очень-очень мощно, потому что голда — это круто. Постройка завершена. Вы будете получать много золота за счет голд таверок, но они стоят дерево, вы не можете, а дерево также стоит обычные, но сильные башни, то есть после определенного грейда. И, соответственно, вам приходится делать периодический выбор. Ну и вообще эти таверки еще и стоят много голды. Если вы построите их быстро, то у вас, конечно, будут проблемы. Так. Давайте так. Раз, два. Ну, то есть, они очень такие дорогие и... Ну, поняли. Да, господин. Надо отбиваться все время, так как здесь все время сложно. Вот, например... Кэнон Таверка очень хороший. Здесь написано, что строите Фрост Таверки рядом с Кэнон Таверком. Кэнон Таверки бьют фортифаем, ну, точнее, сиджем, а здесь много фортифаер мора, поэтому они в тему. Конечно же будут. Так, ну что, строим, ребят, мультишоперов. Здесь надо будет еще где-нибудь АУЕшку влепить. Вот, возможно, в самом уголке я прям влеплю АУЕшку. Ребятки довольно просто дохнут. Видите, вот этот мультишоп появляется. Мощный. Хорошо. Здесь самый жесткий уровень сложности, то есть меньше всего золота, сильнее всего крипы, 150% КП у крипцов. Хорошо. Готово. Мультишот бьет по трем целям, и вообще можно всего 3 этих мультишота сделать, а босс меня ждет на 8-й волне, то есть через одну буквально. То есть сейчас вот эти вот агрессивные миньончики все подохнут, мне надо как можно скорее сделать баш-таверки. Постройка завершена. Баш — это единственный способ убийства босса. К счастью или к сожалению, можно убить его только на так. То есть только застанев. У него очень много жизней, и никаким другим способом это сделать нельзя. Можно, конечно, ну без читов, естественно, а можно даже устроить мини-челлендж, если кто-то из зрителей сможет его убить просто вот атакой, не стопая его, а просто чтобы он прошел, ну вот максимум замедляясь обычной таверкой, ну обычной фрост-таверкой, и вот чтобы взять его убить, ну мне кажется, это невозможно. Постройка завершена. Кто-то захочет мне показать. Ну то есть без всяких вот обманов, то есть там просто настолько построить сильную атачельную таверку, чтобы она его просто по дороге завалила. Так, постройка все деньги завершена. В баши, потому что с каждым уровнем растет шанс оглушения, незначительно, тем не менее, растет, то здесь 18%, а здесь 20%. 2% кажется фигней, но на практике получается довольно мощно. Ну, то есть, по идее, 5 таверок по 20%, практически 100%, ну, практически все-таки. Вероятность есть вероятность.
она ничего вам не гарантирует. Многое зависит от удачи. Возможно, стоит как-то на повороте построить, но не знаю. Тогда вот он будет здесь стоять, вот эти вот таврики, как все строят их все-таки в линию. Следующая волна будет с такими же миньончиками, но с жирненьким боссом. Так, ну, то есть надо, наверное, завершена. Вот эту таврику делать, среднюю, повыше. Постройка завершена. Надо бы накопить на еще одну баш-таврку, на улучшение еще одной баш-таврки. Надеюсь, у меня это получится. Вот этого чувачка, наверное, еще сделаю, потому что на повороте он все еще будет бить. Черт, 280. Чутка не хватает. Этого пацана мы отравили, он немножечко хп потерял, но незначительно. Блин, я даже не знаю. Ну сейчас, кстати... Свет испепелит тебя! Свет испепелит тебя! Скорее золото! Так, я успел улучшить башню до того, как она стала в какое-то там серьезное. Блин, куда ты идешь, алло? Мы же тебя башню так уверенно. Ну, то есть до того, как она особо начала атаковать. Потому что во время атак нельзя ничего грейдить, а минус сразу там 20% баша, это значит, что высока вероятность, что он дальше пойдет. Но мы его морозим, мы его башим, и вроде более-менее чуть-чуть все идет неплохо. А если все будет идти плохо, то это конец, на самом деле. Давай. Wave 9. Я, конечно, могу еще его загрейдить. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, жестко. Постройка завершена. Я все-таки улучшил пацанчика. Постройка завершена. Давай. 800 хп. Гаси его, гаси. Ну же. Так, можно себе еще начетерить. Хорошо. Два дерева, типа мне чувак передал их. Так, строим. Нужно больше золота. Кстати, смотрите, иногда по 5 голды почему-то. Иногда по 10. По 5 работает. Почему по 5 голды? Вроде по 10 раньше давало. Я пошел. Вот этот поворот. Что-то так себе, конечно. То по 10, то по 5. Когда вдвоем играешь, дается по 10. Хорошо. Не знаю, хорошо. Может быть. Ой, сейчас еще и огрести можно. На что жалуетесь? Мне не нравится такая картина. Постройка завершена. Что денег мало не дают. Не хватает золота. Что поменялось? Я походу, все-таки придется играть вдвоем. Потому что постройка соло, завершена. Давай вдвоем, когда ты играешь, то все получится. Да, мой друг. Так, надо здесь да, еще замораживать башню. Постройка завершена. Хорошо. Внимаю воли богини. Не хватает золота. Не хватает золота. Так, ну этих мы, скорее всего, эти чувачки-то не бьют, они бьют... Ой. Да, хорошо. Ну, я пошел. Они бьют только по земле. Ну, я пошел. Так. Ну что, вот построить здесь таверку для добиваний? Готово. Хорошо. Хорошо. Ну, чтобы я не терять пошел. Жизни, ну и хорошо. Плюс она хорошо. Далеко бьет, да, хорошо. Бьет довольно. Хорошо. Да, хорошо. Воздух неприятная тема, но я здесь есть стандартный хорошо. Режим здесь без воздуха, но я уж решил раз. Хорошо. Если жесть, то жесть сразу. Ну, я пошел. Я тебя слушать. Так, ну ладно, зато таврики долго атакуют и стоят отдельно, то есть им никто не мешает фармить золото. Еще скоро пойдут жесткие крепцы. То есть надо начинать уже строить ауешную таврку. Ну, я пошел. Хорошо. Постройка завершена. Потому что крепы сортифаем. Это постройка опасность. Завершена. Что прикажете? Постройка завершена. Кстати, через какое-то время постройка пойдет Турен, завершена. Еще один босс. За него дается 4 дерева. Ну, я себе типа четверочку еще начетерю. Но, постройка блин, завершена. Конечно, с меньшим получением денег не очень. Постройка вообще плюс завершена. 5 почти все время. Может, я что-то путаю, да. Конечно, но ну, в тот пошел. Раз казалось, что все получше. Так, два корабля 6 уровня у меня, пацанчики. Ну, скоро уже будет идти босс, а к боссу надо как можно больше вот этих вот ребят. Постройка завершена. Постройка завершена. То есть, мало ли что. Там дальше идут просто турены, может быть, как шутил Дима.
прошлый раз, что типа Таурен только с Тауренами общается. Постройка завершена. 750 он есть Таурен. Постройка завершена. Но он, тот босс обычно попроще. Так, хорошо вот эти вот башенки бьют. Может, надо было на углу как-то построить. Здесь непонятно, здесь углы так как-то странно расположены. Да, нужно. Постройка завершена. Так, еще один кандидат в Таурены. Постройка завершена. Во-во-во, уже босс попер. Так. Где враги? Ну здесь. Постройка завершена. Должны быть. Постройка завершена. Ну, то есть шанс стана уже больше. Ну видите, он уже стоит. Аккуратно по нему гасит. Все, все должно быть нормально. Я пока себе, пока есть время, на 4 дерева за второго босса. Чего? Хорошо. Угу. Хорошо. Готово. Угу. Так, да, все, он сдох, как хорошо. Вы видите. Все норм. По-моему, кончились, да. Уже, да, голдтаверки? Уже больше нельзя строить. Так, даже не знаю, но вот эту главу, наверное, в первую очередь постройка построю. Завершена. Постройка завершена. Все, и пошли уже кадои, ёшкин кот. То есть, видите, только ты убиваешь босса, сразу же будут кадои гадские. Постройка завершена. Постройка завершена. Блин, мне кажется, игра какая-то громкая. Я на всякий случай сделаю потише. Постройка завершена. Не хватает золота. Так, улучшаем корабль 9 уровня. Постройка, то есть, у меня корабль 9 и 7 уровня. Ну, вроде все должно быть норм. Сейчас я еще Таурэнчиков тут улучшу. Таурэнчики соло таргет, но с бонусом бьют по этим ребяткам. И как раз отличное добивание постройка в конце. Завершена. А дальше завершена. Пока даже их и не улучшить. Видите, здесь ограничения с волнами. Вроде норм. Вроде норм. Ой-ой-ой, вот единственное, долго улучшается вот эта вот башня. Постройка завершена. Корабль, кораблевич. Блин, видите? Ну, правда, у меня там потом завершена. Башня с 1000 атаки или с 2000. То есть, по идее, если даже... Опять ну, работает. Такой второй шанс. Так, рудники. А рудники иногда по 10, иногда по 25. А вдвоем они вообще всегда 25 фигачат. Ну, это жесть. Это какой-то сильный дебаф, пацаны. Я не знаю, смогу ли я выжить в такой ситуации, потому что это не очень... Хорошо. Всегда по 25 или иногда по 10, иногда по 25, какая-то разница слишком уж серьезная. Так, скоро пойдет сильный воздух, надо построить завершена. Мультишотов пожестче. Постройка не хватает завершена. Золота. Не хватает золота. И построить соло таргет таурки. Постройка завершена. Да. Хорошо. Соло таргет таурки. Где-то вот здесь. Хорошо. Вот, например. То есть у нее большой радиус. Ее надо будет грейдить. Ну, деньги вроде есть. Если бы я так сильно отставал, я бы, конечно, уже перестал бы отбиваться. Ну, хотя я вроде ошибок-то не совершаю, все строю. Ну, мне нравятся вот такие карты, которые тебя захватывают и не отпускают. Можно было бы... Вот я играю, наверное, минут там 15 всего. Можно было бы этот экшен распылить на 30 минут, например. Но мне кажется, это неправильно. Ну, то есть... Зачем зря тратить постройка время игрока, завершена. Если ты можешь экшен сделать концентрированно, вот так вот. Конечно, можно делать карты, типа, там, за чашечкой чая, типа, Survival House или LTD, но все-таки обычно вот такие вот ТДшки, постройка они завершена. Другого типа, и... Так, надо, я наверное, начать слушать. Вот этого чела грейдить, потому что когда ты грейдишь всего одну башню, фишка в том, завершена. Что, ну, вы понимаете, вы, ты не можешь во время войны, во время жесткой ситуации ее как-то загрейдить. А так, если у меня основная вспомогательная, вспомогательную я вполне могу грейдануть. Скоро, кстати, пойдут еще жесткие кадои, вот они уже, гады, прут. Ё-моё, я вот на шаг позади боюсь, что 2500, но здесь еще жестче. И по десятке эта фигня дает. Ё-моё. Ну, видимо, скоро закончится не лафа. Золото. Может быть, типа, когда мало игроков, то все плохо. Завершена. Типа, надо больше игроков. Так. Я враги. Враги. Стройка завершена. Ну, там 750 вместо 500. Ну, так, нормально. Ну, кстати, вроде убиваю стройка я. Стройка завершена. Здесь довольно много денег за крипов, и крипов много, поэтому...
На самом деле здесь не такой прям перекос в сторону Gold Tower'ок. Наверное, в мафии все-таки Gold Tower'ки больший процент денег дают, чем по отношению к деньгам с убийством. Ну, здесь он по 16 дается с Кадоя. Да, попробуй их завали, конечно. Ну, жёстенько. Жёстенько. Так, ну того-то убьет Tower'ка. Хорошо. Так, и скоро, наверное, попрет уже. Видите, я еще с теми не разобрался, а уже следующая волна. Сейчас надо Джайна, наверное, улучшить. Не хватает золота. Не хватает золота. Джайна, родная. Золота. Давай. 10-й левел Джайна. Там, гидра, по-моему, а потом уже там скоро идет. Требуется дерево для улучшения. А дерево тут дальше будет инком. Дерево, в отличие от мафы. В мафии все только с боссов. Ну, или вначале дается. А здесь будет прям инком дерево. С 25-й волны. А уже 19-я тем временем, так что все довольно неплохо. Не хватает Текс. Золота. Че, ну надо, мне кажется, мультишот сейчас делать. Золота. Тебе, блин, за 5500, ну хотя 500 атаки, ну все равно как-то дорого очень. Постройка завершена. Так, и дальше, дальше за 6500, еще 500 атаки. Кабаны бегут, кабаны. Но вот кабаны нам как бы намекают, наверное, на то, что скоро попрет еще один босс, что ли. Какие-то подозрительные кабаны, вам не кажется? Ну, надо написать Air, кстати. Че я туплю-то? Air. Air на 20-й волне, то есть уже скоро. То есть этих пацанов вообще нет никакого смысла сейчас грейдить. Они не бьют по воздуху. Только мультишот, только хардкор. И вот сейчас уже скоро вылетит. А босс когда? Босс на 23-й. Так, ну сейчас, то есть, надо за 6500 вот эту штуку улучшить. Золота. Потому что на воздухе я уже не смогу это сделать. Это моя основная таверка против воздуха будет. Текс. И надо будет еще построить мне вот этих вот Чаос Таверок, наверное, здесь. Готово. Хорошо. Можно еще? Все, блин, здесь такой жесткий лимит на все. Пошел воздух гадский. Гадский воздух, и как-то я не очень по нему жарю. Блин, и часть таверок вообще по нему не бьет. Чаос таверки начинают атаковать. Ну, я стараюсь, по крайней мере. О, могу улучшить. И вот этого могу улучшать потихонечку. Завершена. Ну, как-то вообще все плохо. Постройка завершена. Постройка давай, завершена. Давай, блин, жестко. Постройка так, завершена. За 3500 надо здесь жахнуть, чтобы она точно всех убивала. А нету столько денег. Не хватает золота. Не хватает золота. Давай. Ну я ждал, пока выстрелит. Завершена. Блин, что-то вообще беда. Да, воздух не сильная моя сторона. Блин, ну кого еще начала бить? Самую жирную виверну. Блин, надо было подконтролить, я что-то как-то подтупил. Ну, кстати, вот буквально чутка, видите, мне не хватало, то есть там пачка пролетела. Здесь-то почти всех я заберу. Давай. Может, подконтролишь? Да не знаю, кого бить-то. Ну вот тут надо бить. Ну, надо было сначала первую, наверное, бить. Хотя, наверное, не успел бы тогда добить. А, да, успел бы. Ой-ой-ой, теперь следующие пацанчики. И скоро еще босс. Скоро босс. Молокосос. Жестко. 9 жизней потерял. Ну, не страшно. Не страшно. Постройка завершена. Текс. Ну что? Постоянный, видите, экшен. То есть ты только что, думал, что же делать с воздухом, а сейчас у тебя босс на повестке дня. Как да, бы его волна. Станет пожестче. Что нужно? Да, 4500. А это пока еще прошлые идут? А где босс-то? Нет, пока еще 22-я. Странно, она как-то двумя отделениями. Или это 21-я отошла? Текс, ну что, давайте кораблик улучшим. Корабль 13 уровня. Завершена. Хорошо так бьет, хорошо лепит. Все замедленные. Ну, наверное, блин, надо построить еще одну замедляющую башню где-нибудь вот тут вот. Чтобы она и под рудники замедляла, и под следующие башни. Так, и давайте вот третьего, среднего, как обычно, быка улучшим. Постройка завершена. Оу, за 5 дерева уже следующее улучшение идет. Не хватает золота. Блин, я здесь один, и проблема в том, что... Ну и по сути, улучшение, конечно, там очень мощное, то есть x2 атака, но, блин, такое количество дерева. А чтобы был инком, по-моему, надо третий рудник, что ли, сделать. Что-то вот здесь вот есть. Wave 25 и Gold Tower.
Level 3. То есть нужно Gold Tower Level 3. Сейчас убить этого босса. Скомбить себе дерево. Ну, кстати, нормально. Он уходит. Он еще даже не дошел, а уже... Только башить его можно? Фух. Что-то как-то... Вероятность-то баша все растет и растет. Ну, все. Он просто не уходит за стан. Ну, у Таурена шанс 30%. Так, о! Так, grid is good. 10. Текс. Ну что, мы улучшаем рудник. Постройка сделаем завершена. Вот здесь вот два рудничка. Стройка завершена. Воу. А что надо для... Блин, а это, кстати же, наверное, дерево требует. Зря я все дерево потратил. Блин, это проблема. Ну, может быть. Так, давайте всех вот этих вот ребяток улучшим. Постройка завершена. Давайте улучшать вот Чаус Таверки. Постройка завершена. Я даже не знаю, когда Эйр следующий. Наверное, босса не скоро надо ждать. Эйр 30-й. Эйр 30-й не скоро. Кто там? Ой-ой-ой, жесточайший фортифай. За 3000 улучшаем, пока еще есть время. Стройка Gold Tower, конечно, тут вообще не истовствует. Ой, смотрите, они дерево иногда приносят. Хе, интересно, без всякого грейда. Постройка завершена. Очень редко, конечно, но тем не менее приносят. Так, ну что, тут Таурены, нужны все Таурены давно уже. Постройка завершена. О, видите, видите, дерево идет, то есть надо... У меня сейчас два вот этих вот рудничка. То есть эта штука пассивно, что ли, идет? А, вот, можно увеличить инком, но это очень дорого. И, кстати, смотрите, они начинают, гады, проходить. Уже, вот, ну да, но там же стройка есть башня. Завершена. Не хватает. Ох, жестко-то как! Как же жестко! Что-то башня его не убивает. Глянь туда. Ну, а, все убило. Нормально, что делать. Так, это что? Это не фортифай. Для этих нужно бы какую-нибудь гидру улучшить. Гидра 7000. Так, кстати, еще один рудник. Надо рудники делать. Завершена. А, и не проходят ли? Ну, проходит чуть-чуть. Стройка завершена. Ну, здесь 5000 надо. Золота. Что-то не добило, да? Дальнего бей. Дальнего больше шансов добить. Мне, конечно, скорость атаки низкая. Так, ну, не так страшно. Сейчас гашу. То есть, самые большие проблемы с фортифаем и с воздухом. Обычные пацаны, их бьют все. Так, фортифай просто мало. А вот эти... Здесь вообще стандартная тема. Да, стандартная тема. Ну, видите, у этих пацанов такие криты, что они даже по тем, кого они, по идее, слабо должны бить, бьют хорошо. Так, Кэнон Таверка. Гидра за три дерева. Стройка завершена. Надо сначала, наверное, этот, как можно больше вот этих рудников, чтобы как можно больше инкома дерева было. Дерева. Не хватает дерева. То есть, все дерево сейчас на это. Не хватает дерева. Сейчас скоро такая будет нехватка. Не хватает дерева. Так, ну все. Постройка завершена. О, кстати, можно же этот Frost Tower улучшать. Завершена. Не, в принципе, мне кажется, есть еще постройка куда тратить. Завершена. Куда тратить голд. Постройка. То есть вот завершена. Эту тауэрку еще улучшать, вот эту улучшать. Ой, дерево дофига, уже хватило на еще один рудник. Ну, то есть 25-й идет такой завершена. Стабильный инком дерева. Хотя, может, он и до этого идет, может быть, надо было до этого загрейдить. Но мы проверяли, завершена. У нас не получалось. По крайней мере, а сейчас, видите, как-то, получше он все. Постройка завершена. Так, вот я золота. Построю сейчас первую башню за дерево. Кто это такие? Чего они так жестко-то проходят? Алло, друзья, не надо так. Так, что, я могу завершена. Построить еще одну Кэнон Таверку? Давайте вот здесь вот. И могу построить еще одну Фрост Таверку. Ну, не знаю даже, где ее влепить. Да, постройка завершена. Может, вот тут вот где-нибудь. Хорошо. И надо, наверное, яд фигачить уже. Потому что отравление довольно сильное. Готово. Постройка завершена. Ух, сколько денег. 22 дерева. Постройка офигеть. Завершена. Так, а есть тут дальше еще грейды? О, 25 постройка дерева грейд. Завершена. Вот это жесть, 75 голды за удар. Так. Так. Постройка. Ой, завершена. Я что-то начал все постройка жестко грейдить. Завершена. И могу огрести из-за этого. Так, 6500 есть. Постройка здесь улучшаем завершена. Заморозку. Постройка. Блин, надо было подальше завершена. Построить заморозку. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка так. Завершена. Че, у этой таверки 8000 атаки. Дальше за дерево только. Жестко-то, а. Постройка завершена. Не дерево нет. Зато этот рудник должен какой-то космос вообще приносить. По идее. 7000 есть.
Интересно, Fortify как-то здесь отдельно пишется. А босс скоро? Скоро воздух, кстати. Да. Вообще жестко, то есть надо... Этот, надо строить как можно больше мультишотов. Так, надо постройка их завершена. Объединить. О, воу. Постройка завершена. Тень какая-то, завершена. Смотрите. А тень это что такое? Тоже мультишот? Постройка мультишот левел 15. Завершена. Ух ты. Не хватает золота. Ну, то есть вроде я готов. Дерево дофигища. Конечно, постройка еще бы один рудник за 25 построить, потому что когда я его влепил, как тебе не кажется, что сильно лучше стало? Золота. Или нет? Когда я поставил рудник за 25? Наверное, лучше. Мне нравится вот эта ТДшка, что здесь каждая волна, ну, я бы не сказал, что есть такая волна, изи отбился, вот в отличие от мафы, в мафе есть четкие такие затишья. Так, надо построить бы еще один рудник. Не знаю даже, ну, потому что с рудником прям вообще все жирненько. Постройка завершена. Так, а ты атакуешь? Вы оба атакуете, да? Вон дерево прям видно, как идет. Текс, мультишот. За 10 дерева. Не хватает 12 500. Не хватает золота. Не хватает золота. 7500. Что-то не атаки. Так. Серьезно. А у гидры сколько? Гидры поменьше значительно. Не хватает золота. Не хватает. Конечно, дорого, но зато 7500. Постройка завершена. По идее, уже воздушная должна идти. Да. Постройка так, главное завершена. Дерево не потратить на завершена. Этот постройка завершена. Замораживающий талант, потому что завершена. У меня атаки постройка немного. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка не завершена. Не хватает золота. Постройка завершена. Не хватает золота. Постройка завершена. Ох, охонюшки. Так. Не хватает золота. 5000. Постройка завершена. Ну, блин. Видите, вообще стоят, блин. Видите, жесткость воздушных волн, что значительная постройка часть тавров вообще не атакует. Ну, я отбиваюсь, но они каждый раз, вот прям ТДшка крутая, они каждый раз меня напрягают прям жестко. Так, ну что, здесь давайте построим. Постройка Раскоря. Завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Ты кого бьешь-то вообще? Убивать будем, нет? Да, воздух все равно проходит, гад. Убьешь его? С кого начнем? Не убьешь, что ли? О, убил. Нормально. Нужно убьешь вроде. Ненужного, да? Блин. Блин, теряю хп. Ну, кстати, не сильно. О, босина! Молокососина. Постройка завершена. Так. Нормально, он стоит. Чем могу быть полезен? Не хватает золота. Не хватает золота. Кстати, босса можно и пропускать, в принципе. У меня уже столько дерева. Что пипец. Постройка завершена. Дерева реально много. Постройка завершена. То есть проблема в золоте, на удивление. Мы так далеко, конечно, не проходили. С ребятками. Ну, потому что обязательно кто-то зафейлит. Я в прошлый раз играл у, кстати, у первого босса. Ну, это вторая попытка записи. В первой попытке... так, я просто проверил. В первой попытке у меня босс где-то 200 хп. У него из 15 тысяч осталось. И я думаю, блин, ну ладно, перезапишу. 5000 голды. И дерева много вроде дали. Так. Эйр, когда у нас босс? А, босс уже был, что его искать-то? На 31-й. Эйр. То есть надо сейчас строить жестких черепах. Воздух каждую десятую. Постройка завершена. Так, жестких... а это уже Fortify. Нет, это пока не Fortify. Блин, кстати, все плохо как-то. Постройка завершена. Мне кажется, что все плохо. Постройка завершена. Не, ну пока нормально. Постройка завершена. Тень-дребедень там. Не, ну все, сейчас должен сносить. Постройка завершена. Теперь в первую очередь корабли надо. Постройка кораблестроителей. Блин, 75 дерева. Вообще расточительно. Помните, в начале там два дерева такие, юху, казались круто. Постройка завершена. Так. Постройка завершена. Как? Вот постоянно под ноль ресурсы и постоянно крепцы так, ну, доходят до границы практически. Постройка завершена. Fortify, кстати, попытайся понять, как часто. Постройка завершена. Как будто бы я что-то понимаю. Ну, Fortify, это когда... Постройка завершена. Ну, когда очень плохо все. Когда стена каменная нарисована. Да, постройка да. Завершена. Я посмотрела. Ну, как на Fortify всегда все очень завершена. Плохо, поэтому это тоже один из индикаторов.
Постройка завершена. Постройка завершена. Так, чем могу быть полезен? Улучшайся. Блин, постройка какие вы дорогие гады. Завершена. Не, пока не надо их улучшаться, потому что они в таком втором эшелоне, то есть выйдет жесткая волна, я успею их улучшить еще там в конце. Постройка а завершена. Сейчас в первую очередь надо постройка вот эти что-то завершена. Сделать. Интересно, наверное, если построить этот штуку за 75 дерева, а сколько там? 30 тысяч, по-моему. А нельзя вот так, как ты ищешь босса, найти Fortify? Не знаю. Вот, Fortify попер. Ой-ой, я как раз пошел грейдить тавер, куда стройка гениально. Стройка завершена. Ого, как он жарит. Как он жарит. Просто красотища. Так, давайте. Пуджей. Постройка завершена. Не хватает золота. Если что, вот так переключать таб, кто не знает. 13 015 дерева. Не знаю, стоит ли тратить гигантское количество голды вот на тот вот грейд, чтобы типа увеличить инком дерева получаемый. Но пока вроде дерева достаточно, хотя... Нет, давайте сделаем там 30 дерева, 30 тысяч голды. Воздух еще не скоро, фортифай мы на изичах убиваем. Блин, единственное, как-то... Почему так плохо, блин, бьем? Не в толпу вообще. Но все равно нормально все. Так, давайте сделаем грейд. Первый раз мы его делаем, в принципе. И сейчас должно резко увеличиться количество дерева, которое мне поступает. Снова фортифай, снова фортифай. Что мне делать? Жестко. Блин, не знаю, что делать. Давайте улучшаем. Постройка завершена. Офигеть. 6500 атаки вместо 3000. Следующее улучшение. Криты вообще жесточайшие. Блин, ну видите, просто на измене каждый раз, и сейчас будет хуже, блин. Сейчас будет хуже. Походу кто-то протекает. Постройка завершена. Да вообще жесть. Блин, ну вот этот вот вообще адский. Может ты там в защите, в последнем? Да я не знаю, что я там сделаю, там таверка плохо бьет. Не хватает золота. А, у меня лимит на башне. Постройка завершена. Да. Блин, ну это вообще пипец. Ой. Так, давайте тут заднюю гасанем. По крайней мере, снизу понятно. Его, я правильно попал, отлично. Вот эту давайте загасим. Мне можно было еще одну, черт. Не жадно все делаю. И ладно, давайте. Вот эту хотя бы добьем, да. Ну, можно было, может быть. О, я отбился, ёшкин кот. Так, уже надо о воздухе думать. Блин, ну тут, конечно, вообще ни секунды покоя. Две прошло, что ли? Постройка ну, там завершена. Немного, короче, 4, наверное. Союзников в осаде. Ну, я всего пропустил 21 крипа, на самом деле это мало. Так. Ну что, надо готовиться к эйру, то есть... Золото. О, 75 дерева, жесть. Вот этого бы лучше, он тоже 75 дерева стоит. Оу, так, да, ой, у меня вот это совсем не грейженное. Соло таргет как раз то, что завершена. Надо. Постройка завершена. Постройка завершена. 9000 постройка его стоит. Так, вот завершена. Корабль надо периодически в свободное время подгрейживать корабль. Можно, кстати, соло таргет таверку загрейдить, она, наверное, тоже что-то может. Постройка завершена. Да. Ну, я же яд еще хотел. Постройка яд по жизни. Завершена. Постройка завершена. Сейчас быстренько все деньги тут потратим. Постройка завершена. О, кстати, есть возможность построить постройка чувачка завершена. За... Постройка завершена. О, иногда по 250 он приносит, представляете? Дерева. Вот это дичь. Так, скоро воздух. Постройка завершена. Восьмой там... Постройка это что? Это обычные завершена. Fortify пацаны? Ой-о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 й
Скажите мне. Не, ну вот такая ТДшка, это просто шик, конечно. Блин, 75 дерева надо. У меня уже столько нет. Ну, можно вот этого улучшить. 25 дерева. У тебя лучше, может быть... Нет, давайте улучшим его. Постройка завершена. Постройка завершена. О, я еще и протекаю, причем жестко протекаю, потому что не доконтролил. Так, давайте вот здесь вот построим лучницу. Я пошел. Смотрите, как я протек. Что-то я вообще расслабился, думал, типа... Ну, я привык на фортифая только. Напрягаться только на фортифая. Постройка завершена. Так, и что же, надо делать... Постройка завершена. Как все плохо-то, а? Жду приказа.
Постройка завершена. Так, ну что, я сделал за 75 дерева улучшение. Завершена. Сейчас сделаю 25 дерева улучшения. Постройка завершена. Ну эти, конечно, арчерки, пока я их сильно не улучшу, они особо-то будут так, как игрушка. Постройка завершена. Так, я тут все дела. Постройка завершена. Ага, ух ты, слабоватый мультишот. Надо его... Смотри, там завершена. На корму берет. Постройка завершена. Какой у тебя план? Так, это Ctrl-7 еще, да? Постройка завершена. 6 грейдим. Постройка да, завершена. Жесткий мультишот за 75 дерева. А, завершена. Я его не сделал, что ли, там постройка в итоге? Постройка завершена. 125 дерева, вот это да. Постройка завершена. Постройка завершена. 27 тысяч криты у стана. Неплохо. Не хватает плохо, конечно, что станы у меня в стороне. Чутка. Чем могу постройка служить? Завершена. Воу, эти уже дерево даже требуют. Постройка, даже уже этот ядовитый требует. И вот попер воздух. Готовимся огребать. Эти вообще не бьют. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает золота. Не хватает, все равно не хватит. Ох, ухонюшки, ну вроде убиваю. Соточка дается за них. Постройка завершена. Соточка. Постройка завершена. Ну, нормально вроде. Видите, блин, вот эти жесткорезы мои даже не атакуют. Ни черта. Не хватает золота. Не хватает золота. Так, пока есть дерево, надо вот эту штуку уже улучшить до рудника. А, блин, у меня тут обычная башенка еще стоит. Я что-то вообще про нее забыл. Постройка завершена. Постройка завершена. Постройка завершена. Покажи путь. Думаю, мы поладим. Постройка завершена. Я надеялся, что все хорошо. А не хватает говорил, что золота. Постройка завершена. Ну, эти, это бомжовые таврки, они вон в сумме у них там, я ни черта не могу. Ой, как сильно. Да, сильно. Я старался не протекать, но что-то не получается. Походу, это чуть ли не последняя волна. Да не-не-не, там вообще нормально. Так, поперли снова, снова всякая фигня поперла. Ну, когда там босс? На 50. Постройка завершена. Точно? Это, скорее всего, последний босс. Да, до босса еще очень долго. А воздух еще будет? Все, воздуха больше не будет. Но, блин, как же они прошли жестко. Не хватает дерева. Не хватает дерева. 125 дерева. Где я вам столько найду-то? Ну вот надо вот этот грейд, видимо, делать. Какой город союзников в осаде? Вы что, он неуязвимый? Исследование завершено. Не осаждайте неуязвимый, алло. Не мешает им осаждать. Что-то денег так мало стало. Постройка завершена. Накинь атакую, да вроде атакую. Постройка завершена. Так, ну сейчас дерево должно быть еще жестче. Ой, еще идут. Так, воздуха не будет, то есть, соответственно, можно смело строить вот этих вот там. Вот эту вот осаждалочку, черепашку улучшать, ниндзю. Ой, как сразу дерево стало хорошо. Постройка завершена. Много. Дерево стало реально много, сразу, прям. И это круто, потому что я, когда много дерева, будет много золота. Главное, не быть тугриди. Постройка завершена. Не хватает дерева. Дерева не хватает. Ну сейчас быстренько накопится там. Видите, как дерево копится вообще, жесть. Постройка завершена. Мафик, конечно, никогда в таких количествах дерева не бывает. Не хватает дерева. Не хватает дерева. Так, видите, на этого одного не хватает, а тут взял так между делом пятерочку, улучшил. Не хватает золота. Надо мультишот бафать. Бафать мультишот. Не хватает золота. Золото и дерево, и всего там не хватает. Это что, 4000, оп. Нормас. Так, теперь мультишот. Стройка завершена. Не хватает золота. Мультишот. Не хватает золота. Не хватает давай, давай, золота. Давай, 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 давай. Не хватает золота. О, Е улучшается. Постройка завершена. Ух, так. Улучшаем еще фросттаварку, не знаю зачем. 1700, постройка, кстати, даже уже фросттаварка нормально жахает. Постройка завершена. Постройка завершена. Фросттаварку зачем-то я сильно улучшил. Чуть-чуть протечки идут, нифига себе. Это что, фортифай? Нет, не фортифай. Как же вас остановить-то? 35 тысяч. 35 тысяч, 125 дерева. Ну вот, наверное, примерно одновременно это все накопится. Ух, гады! Да как очень так много можно? Постройка завершена. Постройка завершена.
Очень жестко. Блин, я что-то вообще конец какой-то. Какой-то до свидания. Блин, какие вы сильные-то, а? Хватит уже. Стройка завершена. Не хватает золота. Не хватает золота. Сейчас как пойдет. Да, сейчас пойдут вычеты. Из бюджета. Блин, налоговый. А, последний раз, давай же. Птичка догоняет, там чайка халявно летает. Чайка халявно. Так, 40, 30 тысяч на 40. Атаки 18 тысяч. Чё, блин? Вообще отстой. Очень слабое улучшение. Постройка. Птицы тут уже, он даже что-то из себя представляет. Постройка завершена. Блин, да что такое-то? Вообще они не атакуют. Давайте на всякий случай сохраним. Ну просто на всякий случай. Блин, все плохо уже. Ой, это еще и фортифай поперли. Ёшки-матрешки. Постройка завершена. 67 жизней. Ой, там еще пачка целая прошла. Не хватает золота. Постройка завершена. Ой-ой-ой, просто все идет. Все проходит. Представляете, постройка вот я завершена. По максимуму не стараюсь, и все золота. Проходит все равно. То есть я под ноль постоянно играю. Блин. Не, ну эти птицы вообще, конечно, не велицы. Бесполезные. Постройка завершена. Все, прям конец. Ну, надо что-то здесь исправить, потому что там-то уже это так. Блин, ну катапульта 23 уровня. Дерева нехватки нет. Но золото надо было жестче рудники делать, потому что меньше денег получаю. Собаки, барабаки. Ну, к собакам нужно вот эту штуку сделать за 125 дерев. Пожалуйста, вот строим. Мультитавр 20-го, блин, стройка завершена. 40 тысяч на 175. Осталось бы хп еще до этих собак. Город наших союзников поставили. 35. Блин, надо хотя бы, ну, пропускать кого-то одного, блин. Не хватает дерева. 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 Это собаки? Где-то 10 хп останется. Нет, это все еще совухи. Совухи гадские. Не, ну это жесть. Пацаны, я слил, короче. Вот как бы официально заявляю. Не, подожди, еще. Не, я не сдаюсь, конечно. Я делаю вон то, что надо. Постройка завершена. Ну, официальное заявление делается потом. По подтвержденным данным. Да тут что подтверждать-то, блин? Да эти птицы, блин, бесполезные. Давай. Какого левела? 19 левела птица. Вообще, блин, что есть, что нет. Зачем делать такие таварки? Ну, отрава. Собак более-менее добиваешь. А отрава что, сколько отравляет? О, да, кстати, 700 poison damage per second. Ну, что-то как-то незаметно вообще все равно. Ой, пробежали куча собак. Куча собак. 15 хп не хватит. Ух, как хорошо жахает эта штука, конечно. Фортифай. Самое смешное, что с фортифаем вроде как даже получше, чем не с фортифаем. Теперь можно официальное заявление. Официальное заявление, я слил. Не, я очень старался, пацаны. Если вы хотите, я прям запотею и сыграю. Но я даже не знаю, что надо сделать, чтобы было больше голды, потому что, по идее, мне должно было быть где-то в полтора раза больше голды. Таварки почему-то меньше голды мне приносили. Но, видимо, типа, когда несколько сторон играют, таварки приносят, типа, больше голды, потому что у вас больше рисков, что ли. Но вообще, тут, видите, ты либо протекаешь, либо не протекаешь. То есть я все делал вроде нормально, но тем не менее. Но было бы больше голды, было бы лучше, быстрее бы загрейдил рудники, быстрее бы сделал грейды. Но в любом случае, мне кажется, что довольно сильно я раскрыл тему этой френди ТДшки. Понизить уровень сложности. Ладно, всем счастливо, всем пока.